Движение, общение, отдых – три основных составляющих концепции развития Новосмоленской набережной. Сегодня свой окончательный проект на суд жителей Василеостровского района и профессионалов-архитекторов представили разработчики. Это мастера лаборатории светового дизайна университета ИТМО. Курирует обновление рекреационной зоны у метро «Приморская» комитет по градостроительству и архитектуре. Впервые, отмечают в ведомстве, создание концепции обновления городской среды проходит при непосредственном участии местных жителей. При создании проекта разработчики встречались с горожанами более 10 раз, и именно василеостровцы выбрали наиболее интересный для них вариант. В процессе работы исполнитель обещает держать связь с местными жителями. Я думаю, что-то в рамках этого обсуждения уйдет, что-то еще добавится, потому что только что ко мне подошли жители, сказали, что у них есть еще какие-то предложения в рамках там мох на стене, какие-то скульптуры. Да ради бога, никто не против, мы наоборот хотим, чтобы это пространство жило, чтобы все время появлялись какие-то новые креативные вещи. Освещением займется Ленсвет, где пообещали опробовать совершенно новые технологии. Например, будут раздавать беспроводной интернет через осветительные приборы. Также на фонарях установят диммеры. Эти устройства будут приглушать яркость ламп в ночное время, чтобы экономить электричество.